УМВД России по Ленинскому району, город Ульяновска, 30.08.2022, 8.36, обратился гражданин Рябов. Утренний развод для участковых уполномоченных – дело привычное. С него и начинается рабочий день в отделении полиции по Ленинскому району, где трудится 26 участковых. Именно здесь личному составу ставятся задачи на день и доводятся ориентировки. После чего участковые спешат на адреса или занимаются материалами, накопившимися за сутки и выходные. Количество дел у работников ведомства действительно очень много. И так ежедневно. То есть начальник непосредственно ставит почти каждому участковому определенные задачи, там, начиная, допустим, с каких-то листовок, с людей доставления, там, допустим, по преступлению, когда делаем раскрытие, поставление административных протоколов, там, ну, патрулирование участка тоже своего, тоже там, на выявление административных правонарушений, работа по материалам, которых очень много. Рабочий день сотрудника расписан буквально поминутно. Встретившись с Виктором Ляпиным, мы сразу же отправились на обход закрепленного за ним административного участка. Под контролем полицейского и его напарника больше 4000 горожан, проживающих в районе Парка Победы, Протопоповки, Лаишевки, Поливна. Участковым Виктор работает всего 3 года. В профессию пришел сознательно. Признается, что работа сложная, но необходимая и полезная для общества. В профессию, в принципе, пришел сам, сознательно. Так сказать, уже не молодым приходил сюда, как бы, потому что наслышал семья. В принципе, кто в полиции, кто военный работал все. Вот, поэтому как бы это, такой вот выбор пал на эту работу. Опорный пункт полиции – место, где ведется прием граждан. Именно сюда обращаются жильцы за помощью. В свою очередь, участковый обязан выслушать, помочь в составлении заявления и решении проблемы. Так, смотрите, сейчас надо будет написать заявление. Сходить с вами сделать осмотр автомобиля. Вот, отфотографировать его. Мне нужны вот от вас документы. И люди со всего участка приходят туда там. Либо пишет заявление, либо общается с участковым. Ой, проблемы, честно, разные. Начиная от бытовых конфликтов, заканчивая до повреждения автомобиля и потери кошки. То есть, как бы, обрабатываем абсолютно все, стараемся вам помочь каждому. От охраны общественного порядка до содействия в раскрытии преступления. Участковый – это и психолог, и юрист, и где-то медик. Словом, универсальный солдат. Но и это еще не все. Регулярно участковый проверяет лиц, находящихся под административным надзором, знакомится с новыми жильцами многоквартирных и частных домов. Фактически сотрудник должен знать каждого жильца на своем участке и все, что происходит на его территории. Конечно, временами сложно, но со временем привыкаешь уже к этой работе. Ну и самое главное – выслушать и правильно ответить человеку. В Ульяновской области, согласно статистике, удалось добиться сокращения преступлений, совершенных на бытовой почве, на 20%. За последние 7 месяцев сотрудники раскрыли больше 1000 преступлений, в том числе 3 убийства, 195 краж и 15 фактов незаконного оборота наркотиков. Выявлено больше 15 тысяч административных правонарушений. Алина Тихонова, Юрий Конихин, Ул.Правда ТВ.